Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Солнечной в пожаре погибла пенсионерка. Трагедия произошла днем в кирпичном многоквартирном доме на втором этаже. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». По версии следствия, погибшая 61-летняя женщина проживала в квартире одна. Известно, что пенсионерка выпивала и курила в квартире. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины, назначенной экспертизы. Он заброшенный дом? Заброшенный? Да, там никого нет. На улице Блюхера вновь загорелся двухэтажный нежилой дом. Причиной пожара, возможно, стали бродяги, которые пробрались в это заброшенное деревянное здание и пытались развести костер. Впрочем, версия поджога также не исключается. В Кирове на улице Маклина во дворе загорелся мусорный бак. Местные жители почувствовали запах пластика и вызвали пожарных. В итоге сотрудники МЧС огонь потушили, бак сгорел полностью, от него остался только комок пластика. В Омутнинском районе в поселке Черная Холуница загорелся деревянный дом. Информации о погибших и пострадавших нет. Михаил Вагин, место происшествия.